Не надо! Посмотри, сколько там народу. Ребят, подвиньтесь, пожалуйста. Подписка, колокольчик. Да, пофиг, типа, ну, они... Мы можем даже и меньше сделать. Ну, да, вот как раз под паука, типа, знаешь... А, или нет, не больше даже, чем надо. Ну, ладно. Да не, все. Давай так. Вот этот, вот, смотри, киви. Вот этот вот можно не делать, потому что, ну, он не нужен, как бы. Да я и не собираюсь. Ну, пойдем тогда. Тебя вода с собой, я надеюсь? Да. Ой, солнце заходит, что-то мне это не нравится. История вот эта вот. При первом появлении жмухов, как бы... Так, я вот... Вот это вот не надо. Не надо. Вот. Да, это просто. Как бы нам это... Киви, вытащи меня. А, ладно, я знаю. Подожди. Подожди. А, вот, сейчас... Вода исчезла! Прикинь! Но я... Все, нет воды. Рип. Я не знаю, она исчезла, блядь. Я пошел за водой. Сейчас. И блоков. Че? И блоков каких-нибудь. Ну, тут уже нет никаких блоков. Да хоть каких-нибудь. Дерево. А много надо-то, не? А, есть блоки. Ну, я могу песок душ взять, конечно. Ой, нет. Да. Ну, так, сейчас. Кирку сейчас сделаете. Булыжника нет. Сейчас три накраблю. Чертов булыжник, ё-моё. Как они падать начали просто. Это я типа стою, да, они меня чувствуют. Начинают выбегать все на меня. Не, кстати, сейчас пофиксили. Раньше я посмотрел, они сейчас не агрятся сквозь стены. Но у меня с собой 36 блоков. Нормально? По идее, у нас там. А, я воду-то не принес. Ё-моё. Я не думаю, что 36 блоков хватит. Подожди, а можно же сверху там чуть-чуть сделать, типа, и снизу, и середину можно не делать, а не вряд... Хотя... Можно потом доделать. Почему вода исчезает? Ты видел это? Киви. Чувак, это же блоки из-за... А, наверное, по... Песок душ, если постелишь, я в него приземлюсь. А он что, не дамажится таким образом? Нет, да... ничего нет. Мне кажется, ты разобьешься нафиг. Так, я слышал крипера. Так, иди отсюда, братан. Что сейчас, зеленый друг. Где? У меня, ну, дома. Сейчас, и все. Сейчас я просто... Подожди. Сейчас все будет. Я не против. Пустите меня просто отсюда. Ну, там место такое себе. Там же, знаешь, могут жмухи прилететь и... Ё-моё, не, ну вообще хана. Не, ну она же да даже не... Да ты песок. Да ты 100 инфа разобьешься. Не разобьюсь. Спорим на один стак булыжника, короче. Ладно, сейчас я... Все, хорошо, я уже с песком иду, чекай. Не, ну... С песком душ, конечно. Ну, может, ты и не разобьешься, но типа суть в том, что тебя продамажат нехило так. Я постелил этих злых. Все, можешь... Ну, видишь? Хотя, ну, знаешь, это... Я бы разбился. Это было бы логично, если бы, ну, типа, в песок, да, то... Ну, ты... Ну, это, к сожалению, Майнкрафт. Так, кирка нужна. Я есть, да. Ну, и как нам залезть наверх вообще? Есть информейшн? Слушай, да я пройду это. Песок там положу туда-сюда. Что это? Этот песок душ, ты играл в Doom? Mm-hmm. Вот, может, ты помнишь, типа, вот там первый, второй Doom, там такие заставки были в виде рож таких, типа, в агонии. Вот этот песок душ, он прям... Один в один, как эти заставки, короче, из Дума. Ну, текстура такие. Отсылочка или нет, я не знаю. Что нам нужно? Я смотрю, дерево у нас немного осталось. Да. А что нам надо-то вообще в этой жизни? У меня вот есть... Блоки просто. Просто блоки нужны. Все. Ну вот, у меня есть... Все, значит, залазим наверх и доделываем эту штуку. А как мы наверх залезем? Там крипер организовался. О, мое. Эти откуда пол...
Ну да, там ж темно. Хана. Как мы наверх-то залезем? Вообще, блин. Ну, рядом построй, залезь. Ну, чё-то. Но... Построй вверх. Давай метро сделаем. Не, ладно, давай, смотри, давай уж лестницу сюда построим. Я не знаю, это ж, ну, типа... Кстати, да. А, ну все, ну это Габелла. Ну все. Хала! Ладно. Дилетант. Да. Ну, мы можем ведро сделать потом, правильно? Из железа, которое мы купим у NPC. Ладно, хорошо. Все не так плохо, якобы. Дилетант, блин. Построил лестницу, кайф. Ничего, это должно быть в видосе. Ничего не знал. Ну, и что, из чего ты собрался строить? Из меня что-то выпало, ты подобрал или что? Да, немножко назри там, кусочек гравия, 16 сахарного тростника. Чаво, у меня не было с собой тростника, вроде. А у кого? У крипера был? Да, походу, да. Ну, ладно, я... Что, я понял? А, кстати, я что хочу сказать. Я оба дуба попытался вырастить с помощью костей. И они, как ты видишь, не выросли. Прикинь, им вообще пофиг. Я не знаю, что с ними вообще, ну, в этой жизни не так, но вот да. Короче, у меня скин есть? Не-а. Ну, ладно. А почему у меня ничего нет, кроме бамбука с собой? Я что, сдох? Да, ты вообще там мало того, что сдох, ты сдох с ведром. Что-то в Майнкрафт играете, да? Да, надо хотим карты пойти. А, все, вижу. Я думал, еще и картофан закончился. Так был бы вообще рип. Да. Я так недавно пасту для укладки волос открыл, смотрю, коричневая, переворачиваю банку, просрочилась сегодня, типа. Ну, то есть, я ее, типа, не брал в руки полтора года. Как мне приспичило, так она просрочилась. Один день ничего не страшно. Ну, да, но я так-то немного использовал ее. Ну, я даже не знаю, что теперь с ней делать. Я вообще не трогал полтора года. Она... Слушай, нам два стака хватит? Не знаю. Посмотрим. Там, короче, пол и сплит надо будет сделать. Зачем? Чтоб мобы не резались в этой трубе. А просто прибежал, забрал лут и убежал. А, в трубе, я понял. Так им можно осветить, что, какие проблемы. Они не будут резаться. А, ну, логично, да. Святой водой светить? Да, да. Там, uh-huh. Ты знаешь, РПЦшник прилетает такой на ламе летающий. Кадилом чисто поебал. Дается монстрам. И все. И местность освещенная становится. Нормально. А можно меняться? На прощание еще, знаешь, так, ну, вот этой вот кистью своей махает, короче, святой водярой прыскивает все. И все. И говорит, асталависты, дети мои. И с**ает. Чё, Киви, чё случилось? Там жесть. Мобы нападали? Знаешь, это был бы минимум из наших проблем. А чё случилось? Там иди посмотри. Ух, не у меня. Я выхожу и вижу, что ты горишь. Тихо. Посмотри, сколько там народу. Вы чё? Ребят! А можно это, ну, как-нибудь вас... Это, ну вы, ребят, подвиньтесь, пожалуйста, мы тут не закончили. Можно это вас попросить, как бы, ну? Ой, не-не, я понял. Это чисто гастарбайтер. Ой, ну еще там снимите. Короче, я сейчас все лишнее беру и пойду с ним разгонять этот народ. Я меч сейчас сделаю и... Ты добывай булыжник. Так, я вчера уже надобывался, пошли, я не могу уже из этого булыжника. В смысле? Кто вчера ведро просрал? Ты вчера ведро просрал. Ну, ты иди булыжник добывай в доказание. С иглы, с иглы.
Ну я это, что могу сказать? Так, а почему паук коричневый? Нифига! Ты видел, как он быстро почесал? А ты нафига все с собой взял? Ну я случайно. На-на-на, меч. Все такие эмоциональные, а ты просто пельмени. Который не может эмоции проявить. Здорово, пельмень. Да это я пельмень. Здорово. Это я пельмень. Просто когда что-то происходит, то да. Когда ничего не происходит, 99% моего времени жизни я пельмень, как ты. Только еще хуже. А ты булыжник подобрал, стак? Или я его простал? Я не успел, он дропнулся. Я понял вас. Ну, классно. Я молодец, да? Чего ты его не выложишь-то? Кыш, кыш. Да ёпперный театр. Я вас понял. Я чисто туда подхожу, и там бах, и все, короче. Это сложно. Пойду за своими этими пожитками, которых нету. Киви, я упал вниз, но я остался жив. Потому что я успел спикировать на воду. Слушай, крипер, это зло. Я, кстати, твои вещи еще подобрал. Так, Киви, у меня проблемы. Какая? Я упал вниз, я схватился за воду, и я теперь это, ну... Вот смотри, где я. Видишь, я не могу вылезти, там же мобов куча. Прямо у меня над головой. Не надо! Да иди отсюда, стреляет. Киви, а есть осветить чем-нибудь? Ну, факел там, я хз. Я тогда... Подожди, у меня тут два освещателя стоят. Можешь факел поставить? Или... Беги. Все. Сейчас я за факелами... А, ну я, в принципе, знаю, где факел достану сейчас. Есть один факел. Только ты тут не залезешь, потому что камушка не хватает немножко. Короче, виси, я тебя сейчас спасать буду. Ну, хана. Кинь спешит на помощь. Ну, я могу, наверное, раздолбить камень или не могу? Да не-не-не, не надо, сейчас все будет. Ну, ладно. Сейчас вот тут возьму чуть-чуть камней. Чуть-чуть факела. Всего по чуть-чуть, это важно. И деревянную кирку, это тоже важно. У нас их там, может, две. Не знаю, как так получилось, но... Или, может, стой. А как там вода вообще идет? Я не знаю. Я сейчас, короче, тут источник из... Ну, он из плиты течет. Вот, да. Здорово. Все. А что там? Злые ребята? Здесь лучше не стоять. Ну, пойдем отсюда тогда. Я тут сейчас быренько освечу. Я вообще по-хорошему бы хотел Эндермена завалить. Эй! Сейчас. Говоришь ему, добывай булыжник. Нет, я пойду умру. Я хочу умереть. Черного картофеля не осталось вообще. А, нет, стоп, ты же его в коптильню закинул. Да, ну то да. А, кстати, у меня же твои вещи, блин. Да? Ну я в сундук, короче, сложу. Меч там туда-сюда. Хорошо. Так, надо платформу побольше сделать, чтобы не так стрёмно было ходить. Знаешь, что самое забавное в этом всё? Что дубы не растут. Да, я понял уже, что все, уже ничего не сделаешь, походу, в этой жизни вообще. А я выбрал золотые сапоги. Неплохо. Так. За что я люблю ад? Там нету криперов, которые могут просто десантироваться с воздуха. Как там добыча идет? Как обычно. До первого крипера, да? Да. И вернулся без золотые носки. Кайф. Чисто под гонток. Да. Вчера уже с ними гонял, помнишь? Да, это ничем хорошим не закончилось. Они удачу приносят, не гони на носки. Вообще сниму я их. Сейчас опять. Что-нибудь нехорошее случится. О, светлее, это хорошо. Ну что, мы достроим? У меня полтора стака есть. Так подходи. Там только Эндерман злобный ходит и, собственно, все. Давай тогда. Я тут лестницу, наверное, делаю. Окей. И пох. Ага, я слышал. Эндерменище. Там сверху стоит. Укаянный. А, крипер упал. Ну, я сейчас я его. Все, я, короче, поворачиваюсь, а сзади этот, эндермен, который прям вплотную стоит на меня, чилит, я такой. Опа. Ну, он сейчас такой вышел и смотрит на меня.
Короче, он снизу вон-то. А, тут два интермена, слушай, там один сверху сейчас стоит. Надо, блин, сломать ту фигню сверху, и тогда все будет нормально. А то с нее крипы десантируется и... Стоит, охраняет. А как его не сагрить? Не смотреть на него? Он тогда не сагрит? Да, просто не смотри на него. Буду смотреть вниз тогда. Я, кстати, так и делал. Нормально. Он мирный получается. И... Так, а ты что, дырку не заткнул, что ли, вчера? Ты же вроде заткнул. Они там, видишь... Вот эта вот площадка Г-образная, вот они с нее десантируются. Я слышу очень страшные звуки. А, мы сейчас ближе подойдем, они станут еще страшнее. Вообще жесть! Ты слышишь это? Так оно... Знаешь, глядя на то, как они вчера десантировались, в каком количестве. Ну да, очень страшно. Страшно, вырубай. Слышишь, да? Просто хана. Так, а, у тебя есть факелы? Я ничего не вижу. Ну, зомби теперь видно. Вот это жесть. Слушайте, можешь отсыпать меня немножко? Подписка, колокольчик, лайк.